Rabbit Flight Controller, я его собрал специально для того, чтобы протестировать платформу. Собственно, на плате установлен барометр, датчик удержания высоты и компас для того, чтобы можно было летать с удержанием хвоста к себе всегда независимо от разворота коптера. Пропеллеры сейчас стоят 8.45 для того, чтобы протестировать платформу в домашних условиях, так как топ-коптер еще не облетан. На выходные, я надеюсь, мы поставим 10.45 и облетаем это красиво на улице.